Эй, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игруху под названием Hollow Kings. Окей, мы с вами купили карту, да, мы с вами ее немного апгрейднули, так сказать. Где рогач? Стоять, здесь где-то рогач мне показывает. Где колокольчик, по которому я могу ударить? Это обман, короче, все. Не, рогач чего он показан? А где был там, получается, рогач? Я что-то немного вот это не уловил момента. Так, а как будет быстрее? Мне нужно вниз, там, где сейчас закрыто. То, что светлое, это я уже побывал. Значит, мне нужно там, где либо это босс, либо что-то типа того. Пойдемте туда. Можно быстрее передвигаться, я не могу кувырки делать ничего, хотя там было написано, что есть у ворот, ну, сплэш у ворот. Они ни хера не сделают мне. Ого, что этим можно делать? Запомню. Новая механика. Здорово, новая механика. Здорово, новая механика. Так, мне нужно вниз. Так, что тут? Темнота. Ну, хотя можно сходить. Ауч. Да, место опасное. Место, считай, может убить. Но если я не ошибаюсь, я слышал там рогача. Так, туда я, кажется, тоже ходил. Там рыцарь. А дальше проходы там... А, нет, там есть проходы, блин, но они как-то... Интересно, как сделал на самом-то деле. Ладно, пойдемте сюда. Пойдем вот туда по прямой, просто прямо Я его не достаю, ё-моё. Хотя я могу сделать как тогда. А ну давай. Ой, нет, это тупая идея, все. Ох. Ого, спасибо. Ты мне проход еще открыл, оказывается. Не, ну прах. Легкий. Но это точно не босс, потому что я думаю, он скорее всего будет потом воскрешен. Да? Отлично. Вот здесь он мне что-то открыл. Здесь он мне что-то открыл, что-то сделал. Да, там опасное, шипастое место. Но мне кажется, мне туда тоже придется как-то попасть. Но он мне открыл проход. Откуда я мог знать, что тут... Здесь вообще проход. Там ничего нет, там только шипы. Почему карта не отмечается, что я прошел уже? Или она, когда я на лавку сажусь? Проход, когда только на лавку сажусь. Ох, не нравится мне это место на самом-то деле. Давайте я, короче, отхилюсь.
Окей, тут закрыто. Скорее всего, здесь нас ждет какой-то босс. Я даже не... Не, вражина обычная. Не, этот что-то побыстрее стал. Я на самом деле подумал, что здесь босс будет. Потому что довольно комната большая, и для босса это идеально. Хуй я это сказал, ложный рыцарь. Воу! Ё-моё. Вот чёрт. Всё? Воу-воу-воу! Да ладно. Да ладно, как мне уворачиваться? Ты издеваешься? Это тоже вечно чил. Все, окей. Ага, все, я понял, нужно отсюда вылазить. Ух, все? Воу-воу, тише, тише. Он меня ждет внизу, да? Я убил босса? А смотреть. Герб города. Вау. Я сразился с первым боссом. И даже не всрал, замечу. Хо-хо-хо-хо-хо. Да-да я. Я молодца. Так, у меня 300 этих. Не знаю, куда я... Что мне тут еще дадут? Что мне тут покажут? Окей, рычаг. Какой-то шаманский культ. Довольно странный культ. Нет, я не буду входить. Хотя... Блин, и сохраниться надо, слушайте. Может, там лавочка будет? Давайте сходим. Уч бы и нет. Уч бы и нет. Шаман. И... О! Отдохнуть. Да, вот она заполняется, когда мы отдыхаем. Слушать. Ого! Кто это на... кто это там крадется в темноте? Ой, как страшненько. Странный пустой взгляд и такое жуткое оружие. Что-то очень важное привело тебя сюда вместо, чтобы... Что раньше называли Hollow Nest'ом.
Но я не буду об этом спрашивать. Раз уж ты здесь, тебе от меня определяют, что-то нужно, не так ли? И слова больше, друг. Вот мой дар. Маленький и весьма покосное заклинание, собственно, изготовление такой крохи, как ты, оно подстать. О-хо-хо-хо. Интересно, чем он меня научит? И я отключился. Мстительный дух. Поглощение. Так, быстро нажмите ага, чтобы высвободить духа, заклиная. Так, тратя души, удары по врагам, восполняя души. Ну, короче, это либо я использую способность, либо... Хо-хо-хо, с пробуждением, Сони. Извини, я должна была предупредить тебя о мощи этого заклинания. Я наблюдала за тобой и сам должен быть задремал, не знай. Охо-хо-хо. Ну, раз мы это оба проснулись, я бы хотела попросить тебя о небольших одолжениях. Конечно, не в качестве платы за мой дар, нет. Просто потому, что теперь мы друзья. Видишь ли, огромный ужасный зверь поселился в самом сердце этого храма. Какое неуважение. Я буду примерно благодарен, если поможешь мне разобраться с ним в глубинах храма. Теперь сей... весьма крепкий, но с твоей новой силы он тебе не чета. Удачи в этой маленькой деле, кроха. Хо-хо-хо-хо. Издеваешься? Что это такое? Да, что такое? Тебе беспокоят эти стальные ворота между нами? Хо-хо. Забавно, но они не открываются, пока ты не убиваешь зверя в сердце храма. Не переживай ты так. Уверен, духи моих предков присмотрят за тобой. Ты серьезно это? Шаман. Шаман улитка, ты что гонишь? У меня души. Ты понимаешь, что у меня души? А это вон? Это он, да, вон, наверху. Я не буду тратить мстительного духа на него. Это ж то же самое, что потратить ил. О-о-о! Вот. Оно, хотя можно просто проверить. А, он до хера тратит. Ты гонишь. Он много тратит энергии. Ну ладно, тут хотя бы не босс у нас, а просто как... Ну, малых, короче, можно так убивать, окей. Понял, принял, так сказать. Ай. Ай-ай-ай. Так, вижу там шипы. Так, отлично. Истекаю кровью. Черт. Ладно, хилимся. Главное, с такими успехами не сдохнуть. Не бояться. И не бояться допрыгивать до конца. Не, опасно уже вниз спрыгивать. Он все время ускоряется и ускоряется. Короче, ему тоже нужно по 3 удара. Он здорово. Так, там у нас проход. Это тоже проход. У меня энергии нету. А, есть. Осмотреть. Так, ловец душ. Мы получили ловца душ. Ого! Так, значит, тебе сделано зверю... Так, дело сделано, зверь убит.
Бедняга, должно быть, он очень тебя испугал. Раньше он был довольно безобиден, но с тех пор, как пещеру заполнили эти прогорклые воздух, он словно с цепи сорвался. Но все же это было необходимо. Прими мою благодарность. Конечно, мы оба знаем, что мои заклинания очень помогли тебе. Хо-хо-хо. Гляди-ка, ворота, что были между нами, открылись. Хо-хо-хо. Уверен, тебе не терпится продолжить свои путешествия. Прощай и не давай... Так, не давай духом. Падай духом. Помни, не важно, что ты ищешь. Оно само найдет тебя. Хо-хо-хо-хо. Что же ты медлишь? Боюсь, Так, боюсь, от меня ты больше ничего не получишь. Однако я Так, ценю твою настойчивость. Хо-хо-хо. Так, все, окей. А кувырки я делать у ворота не могу, да? Или все-таки я не на ту клавишу нажимаю? Серьезно? Нет, рывок вот С. Это сверху рывок С. Нет, стоять. Значит, я еще не могу кувырки делать. Вы что, издеваетесь? А, что мы делаем сейчас? Мы с вами... Я дойду снова тут в то же место, где я был. Убью тех остальных врагов. Вон, видите, по карте? Ну, конечно, тут карта такая. Пойми еще, где проход есть, а где прохода нету. Ну, с этим можно будет привыкнуть в течение каких-то... 40... Ну, не 40, ладно. Ну, или 40... Ну, в коем случае это будет 30 чем-то серии у нас, это точно. Я в этом даже не сомневаюсь. В этом я даже не сомневаюсь. Ай. Ауч. Ауч, ауч, ауч. Вау, так они... Блин. Они тоже могут выпадать из вот этих... Ссылка своих дырочек. Блин, это херово. Это херово. Так, я вижу синенькую херь, которая мне нужна. Я вижу дохера монет. Эй, а ну вернись. Главное то, что я не понимаю, что она дает. По идее, это как бы броня, но не до броня, потому что она мне ничего не дает. Ладно, отдохнуть. Так, ловец дух, стоимость 2 ячейки, нихера себе. С помощью этого амулета шаманы добыча душ из окружающего мира позволяет высасывать из врагов душу. Больше душ с каждым ударом гвоздя. Я не против, окей. Я только за. Так, а теперь нужно искать... А, я силу использовал. Я использовал силу. Блин, ладно. Ну, зато она мне теперь есть хотя бы. И зато теперь я хотя бы знаю, куда мне нужно идти. Так, здесь я еще не был. Опа, смотреть. Извини, что... Так, извини, что разминулись. Если собьешься с пути, загляни в наш магазинчик. В Грязмути и купи карту нужной тебе области. Цены у нас просто замечательные. А, это все кассета типа. Опа. А, это я проход к нему открыл. А, снимка. Ой, тихо. Нужно осторожно подниматься. Нужно подниматься осторожненько. Сказал за осторожность и там же неосторожно все сделал.
И где больше душ? Как будто ничего мне не дали. Айч. Ауч, ауч, ауч. Так, отхилюсь. Так, у меня шкальцы стоит, камон. Где мои доп жизни? Ну, не, доп души. Мне говорили, что у меня будет больше душ. Хотя, ладно, давайте быстро тогда к душам пойдем сходим. Блин, что я рывок не могу делать? Это обидно на самом-то деле. Это довольно очень обидно, если бы не знали. Это довольно обидно. Окей. Что мы делаем? Идем в магазин. Папа надо. Так. Метки, метки, метки. Торговцев куплю. Да, в принципе, я могу здесь все вот эти купить сразу. Все отлично, можно идти. В следующий раз мы зайдем сюда, уже купим остальные вещи, которые тут, тут две... Карты, ё-моё, я карты хотел купить. Так, окей, две лавочки у нас всего лишь, да? Блин, а... Вот это, блин, серьезно, вот. Я ж карту хотел купить. Или мне сначала нужно найти новую локацию, чтобы ее открыть? Папа надо. Папа надо. Окей, значит, нам нужно... Для ракеты, если я купил за вот эти деньги, это только чтобы открыть вот эти значочки, да, типа, или как она говорит, типа... Бля, я не помню, как она говорила. Ну ладно, не суть. То это будет немного... Не очень так... Хорошо выходить. Ладно, не суть. Теперь я могу сюда зайти. Здесь будет у нас сначала жучок, у меня даст денег. Так, спасибо. 85. Карта открывается, да? А, я все равно ставить ничего не могу. Ух ты, если бы он меня зацепил. Так, теперь я могу сюда пройти. Кислотная долина. Чуть не упал. Чуть-чуть-чуть, еще немножко, и я попал. Так, у меня и получается, блин, жалко, что тут нету мышки. Тут получается, видите, есть еще тропа с правой стороны, 3-4 даже входа, куда я могу пройти. Потом снизу есть один проходик такой. Даже справа есть еще один проход. Блин, а это получается, чтобы туда попасть, мне нужно еще что-нибудь. Какие-то способности. Ну, кувырки и рывки я не могу делать. Зеленая тропа. У вас нету карты этой области. Что, народ, погнали за картой области этой. Ох. Потому что, мне кажется, я далеко так не дойду. Я так далеко никуда не уйду. Без картишки. Интересно, сколько она еще будет стоить. Херово, что только я у него могу покупать их. Блин, хочу, чтобы души сами собирались.
Это очень геморно просто так постоянно делать. Самому. И вот это собирать их, либо ходить в то же место, где я был. Так, души, души, души. Мало душ. А, поехали, посмотрим карты. Если сейчас будут опять значки торговцев, тогда я буду больше запоминать, чем покупать эти значки по 100. Папа надо. А где карты? Ты издеваешься? Эй, ты издеваешься? Мне карта нужна. Папа надо. Так. Вот это весьма упрек цвет. И цветом, например, можно обозначить место нелегких сражений. Окей, купим, допустим. Ну, допустим, купим. Дэм-дэм-дэм. Там значок карт. Ой, где я могу здесь купить карту? Дайте мне карту. Я хочу карту. Папа надо. Давайте, короче, тогда на этом, я думаю, закончим. В следующей серии там пройдемся, еще просмотрим что-нибудь и придумаем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.